вот ё-мо. Одним нажатием, типа, реально. Не зря я гвоздодёр купил. Ебать, это классно выглядит, ё-моё. Супер. Супер. Ничего лучше нету. Так, вы мне сделали их с топорик, да? А, блин, точно. Спасибо, что напомнил. Сейчас сделаю. Саня, смотри. Чё? Смотри. Ебать, горячий, Так, держи свой топор. Нажмите её, чтобы использовать. Топор пятого уровня. Подожди, в смысле, нажмите её, чтобы использовать. Чё это значит? Забери топор, пока он не исчез или ещё чем. Пятого уровня топор, у меня только третий. Вот это я скрафтил, называется. Хуя себе топорик! Да-да-да, сам в офиге, блин. Шок. Ну-ка, давай-давай, подходи. Да зачем ты её застрелил? Ой, блядь! Нафига? Дай боту поработать, чувырло, блин. Ой, я мать, сколько жалко. Тяжелка, что ли? Да, я хочу как бот, посмотри, как он будет работать. Но, видимо, у него радиус маленький. Сейчас он вам покажет. Блять. Где раки зимуют. Да, ему это отбрасывает. Зря ты патрон тратишь, ой, зря. Ну ладно. Все. Что-нибудь. То, что Мира спасет этот мир. Да, Мирас? Да. Я знаю пароль. Так, лишь бы мне не вылететь. Ориентиры. Я надеюсь, что Мирас вылетит как бригадир. А я надеюсь, что Рома со мной тоже вылетит. А, где жопа, я не хочу. Нет. Я надеюсь, что Вова сейчас нахуй выйдет. Ну я-то вошел уже, а вот Мирас нет. Вот и иди. О, подготовка мира, ура, подготовка мира началась. Мои поздравления. А если я так сделаю? Значит, уже контакт пошел, контакт есть. Ну, возможно. Храни мне мою древесину, пожалуйста. Сказал, пожалуйста. В смысле нет? О, повышайте выносы при беге. Куда ты ее делала? Да ты прокачала. Съел. Ужас. А как тогда чинить? Ё-моё. Дрочуник. Мирас, только не здесь. Мирас, только не здесь. Чё не здесь? Дрочун. Так. Я тогда вот это возьму, Немного мяса, да. Посмотри еще, вот так лисикиси на меня. Нравится ее. Лисикиси, взгляд. Посмотри еще. Лисикиси на меня. Так, мы че, Мирас, ты на моем задании? Лол. А, там боков дофига, ё-моё. Ебать. Да беги рядом. Ты тянешь меня, вата, я тебе маневраю. Рядом с тобой не ветер, я это знаю, я и избегаю. Так, а что я могу вообще сделать? Минутка славы. Да. Рецепты. Я могу сделать тоже молот третьего уровня, не как у Сани первого уровня, а третьего. Димочка! Слиток железа, клика лента. Иду на секунду. Окей. Клика лента, ебать, 30 штук надо. Ё-моё. Планы. Уа-а-а. Белые кастрюли. А-а-а-а. Отвали от меня. Пружинки нужны. А, блин, я пружинки все, помню, случайно выложил Ромке. Забирай. Забирай у него. Ам-нам-нам-нам-нам-нам-нам. Пожалуй, часть пистолета заберу, если они есть у тебя. Забирай, я все равно. О, две книги на Power 100 выпало. Найс. О. Да, будет класс. Тебе. Блин. Ой, опа, есть кто. А если найду? Утки. Новые истории. Ох ты, ёшкин матрёшкин. Утки. Чё? Блять, ещё обпиздить меня просто. Чё, папе мы няню? Чё, папе мы няню? Что мы собираемся?
Что мы собираемся делать? Так, где моя? Я не знаю, я чили. Я задание съездил. Восстановить питание. А, а где моя пушка? Я не понял. Где моя пушка? Ночью мы можем поехать. Моя пушка роботизирована. Я сначала домой, мне надо разгрузиться. Она у тебя в верхнем сундуке. Разгрузиться надо. Кто трогал меня? 22:00. Я тебя трогал. К часу поедем. Где моя пушка? Дома? Привет, братишка. Смотри, попробуй мою пушку. Чисто, чисто берет такой в рот, засовывает зомбаку и такой, неа, неа, неа. Нормально. Блин, чего тебе убегают? Раз, надо всех пугать своим видом. Видимо, они испугались тебя. 43% нормально. Ну что там, слава тебе. Точняк. Пойду сейчас, как она одену прицел. Отлично. Да, он слабо что-то бьет. Одевай, одевай. Слабенько, слабенько бьет, Рома. Кто? Кто? Это, пушку да слабо бьет. В смысле, ну, вот повезло. Это, которая кулак типа? Не-не-не-не, именно которая этот. Моя пушка. Стреляет слабо что-то. Ну, бывает. Вот это что вырло. Ой-ой-ой-ой-ой! А блин, что-то зависает. Я на тебя переманил. Патроны кончаются. А блин, идите в попу, я не знаю. Сука, хули, она зеленая. Ебать, да сколько их здесь! Блять! Дима, ты сука! Я провалил задание, походу, да? Походу, не факт, блядь. Но возможно, да. О, молодец, пушка. Красавчик, пушка просто. Да, сука, я сейчас задание. Тоже провалю. Блять, огонь. Нужно, чтобы мне кто-то помог. Отъехать. Саня, ну ты выйди оттуда. Как это приятно, проваливаю задание, да. Помогите. А, блин. Ой. Громко, блин, взял тут. Закрыл Мираса. Ну, блин. Я видел, как Мираса отслюнил меня. Блин, Рома. Я-то шо, иди в жопу, я, ты далеко был. Рома расставил приоритеты. Да. Мирас не нужен. Надо. Опять опыт потерял, чё? Там вообще-то там опыт. Опыт не теряется, он просто забирается у тебя, а потом отдается. То, что ты ничего не теряешь. Просто такой эффект. Да, он ты просто тупо прогресс теряешь, не то, что ты накопил. Ничего ты не теряешь, алё, это просто штраф. Теряю. Это штраф такой, алё, у тебя ничего не теряется, это проверено. Теряю. Тупой, это проверено. Угу. О, бегут, 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 бегут. Ой. Но там их уже бьют. Там Дима их уже бьет. Лол. Да, она я в нее 200 ударов уже садил. Куда она сдохнет? Ну зря, зря ты туда пошел. Мы бы ее сейчас прострелили. Ну ладно. Ну давай, заплачь. Ну заплачь. Пошел с попой. Офигеть, что я купил. Офигеть, что я купил. Офигеть. Да господи, что ты там купил? Я потом покажу. А, это даже круче, это даже круче. А я просто купил самую офигенную вещь из офигенных вещей. Она настолько офигенная, что просто офигенно, вот. Кому нужны полные жизни? Вот та коробка снизу, которая твоя. Там, глянь. Вот здесь, снизу, глянь. А, это я дурак, я воду продал, ой, дурак. Спасибо, я фиолетовый возьму. Я дурак, я воду продал. Поспешил, называется. Кто это на базе? Кто это? Дима, 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 иди за мной, Дима, иди за мной. Дима, на пистолет. Дима, иди за мной. Дима, Дима, идем вот сюда. Да. Вот сюда идем. На, я тебе подойди, я тебе. Ты можешь тыковку, пожалуйста, убрать? Как ее убрать? А, подожди, это другое, ё-мо. Тогда ладно, и сюда иди ко мне. У кого есть пистолет третьего уровня можешь делать? Кто может пистолеты делать? Я четвертый. Смотри, можешь мне пистолет делать? Смотри. Части пистолета, пожалуйста.
Неплохо. Не, именно да. 4 уровень пистолета. Мне нужны части пистолета для этого. Только я не знаю, будет он стрелять или нет. У меня есть основная труба, да? Что есть. Рома. А. Че-че-че. А, да, иду. Че такое? Я тебе это скидывал, сундук. Ты все время забываешь взять. Нет, я еще даже дома не был. Вот свою забери. А, вот, я могу купить, кстати, я могу купить части пистолета. Сколько нужно? А поварские ты говорил, у тебя еще были. А я тебе все скинул, когда мы еще там были. А это новые. Да, ну ладно. Ну ладно. Привет. Ой, до свидания. Ой, до свидания. Опа. А что на меня? А что на меня? Нет. Твори попу. Сука, не беги такую в мою сторону. Я там других зомбаков буду отстреливать пока. Что, кумыс? Да нет, не меня. А что она на меня? Беги быстрее. Ого. 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 Кирка второго уровня. До свидания. Кто едет? Он пойдет. Не знаю, я уже был. Ура, убили. Где я должна, но это... Мне сейчас не до этого. Вообще надо задание взять, ё-моё, да? И начать его выполнять. Где там эти враги? Помогите, убивают. Помогите, насилуют. Реально, у меня... А мне тоже плохо так. Меня сейчас убьют, опять опыт потеряю. Наверное. Ты не потеряешь, что опыт, просто штраф дают. Меня бросили, а мне бросили, никто не помогает, все, пошли в попу, короче. А там Саня напалил, Саня помогал. Я сама отбиваюсь, блядь, от кучи зомби. А я Сане помогал. Вот именно, да что это? Ты, это ты, ты против а нас. Нет. Ты почему не с нами, а? А, я это хвалил кабана этого, он за мной шел вообще. Отлично. А я зомбаков на базе. Здесь валю, ё-мо. На другой стороне. Я нашел два мяса подгоревших. Я не буду его есть. Я какой дурак будет есть подгоревшее мясо. Она убирает воду у тебя немного. Ну да. Блять, ты сука, откуда тут взялась? Емать богатырь. О, там еще один байкер. О, понятно, перезарядочку. Надо в голову желательно целиться. Толку будет больше. Или в ноги. Нет, в голову. Если в ноги, то в ноги они могут упасть, ползти. Зачем нам надо, чтобы они ползли? Где толк? Что, в голову? Кому, да, вот, кому нужен гаечный ключ 6 уровня? Давай, мне давай. Я бы не отказался. Ну я просто скину, а дальше кто подберет, тот подберет. Дальше, да. Ну ладно. Я зачем. Первый уровня мой. Или я его разберу просто. А, кто там? Пошел. Попу. А, нет. А что на меня? Я пошел попу. Спасибо, что переменил на черную сторону. Ой, там сейчас. А чё кабанчика не разделывать? Я не помню, кто это был. Зеленый. Саня. Блять, ты... хули вас там много, сука. А как починить? Ой, блин, кабан. Ебать, привет, кабанчик. Блять, блять. Ух, ю! А, ты че не сдох, что твоя? А кто свет, сука, вырубил? Плохая погода, вот кто вырубил. Да, блин, че? Ку-ку! А ты сдох, что ли? А, у него зомби завис, фига себе. Да, ну, бывает такое. Ну, типа живой, но типа не живой. Да. Ну а потом я перестал. Да, это турель. Я турель по заданию забрал. Она неплохо уровня, кстати. А он сам стреляет, что ли? Он сам стреляет или что? Да. Ну это не та турель, которая, знаешь, прям движет. Она просто по прямой стреляет. Типа у зомби будут по прямой идти, они и она ее пу-пу-пу. Понятно. Ну там нужно это же вроде питание, да, или не надо? Вроде питания не надо этой пушки. Она автоматическая. Что там? Вот для тебя три книги. Спасибо. Использовать. Остальные копии 3 уровня. Еще на 2 уровня. Ну не до 2. Еще, короче, качнуть до 5 уровня, и все будет вообще чики-бомбони. У тебя уже стальные копии. Да, у меня стальные копии, но я хочу их до 5 докачать, чтобы все было супер. Не хочу заранее крафтить, меньше урон будет.
потом перекрафчивает. Вот это хорошая мне награда выпала. У кого сколько денег сейчас в данный момент? У меня 9500 пока что. У меня 10000. 22554. Ты вообще ничего не покупаешь, да? Я покупаю то, что надо. Я смотрю, тут ничего нету. Ну, коммуникационный блок могу купить, но у меня дома есть. У этого торговца нифига ничего нету, интересно. У меня остальное топор, Рома. Ха-ха-ха. 38 урона у него и 4 урон ближнего боя. 74 силовой атаки. И мая. Хи-хи-ха-ха. Хи-хи-ха-ха. О. Зачем мне копье? Зачем мне копье, когда у меня есть железный топор? Какого уровня? Какого? Четвертого уровня. Стальной топор. А, подожди, стальной? Это самый лучший. Ладно, все. Не буду придираться, ладно. Сейчас. Что мне нужно? Что мне нужно, скажите? Я не знаю, работает, не работает. А, очки. Почему-то она не работает, отвлеки ее пока, мисс. Я сейчас попробую починить. Сейчас. Главное, не убей. Есть зомби сюда, зомби. Эй. Генератор? Я тут, иди опять сюда. Отключился. Я дебил. Ну, она упала. Она упала. Она упала? Да, она пошла и свалилась. Она пошла оленя есть. Ой, нету, подожди. Все, она оленя больше у нас нет. Грустно немножко. Грустно. Так, что, давайте закругляемся. В смысле? Так, ты время, блядь, видел? Не видел. Ну посмотри. Да. Не хочу, можно не буду. А ты посмотри. Я не хочу. Все, закругляемся. Я не хочу. Видимся через 2 дня. Я не хочу. Блин, реально уже 0.8. Да, через 2 дня. Ну что, Димон, завтра майн готовимся играть? Ну, может. Не знаю, посмотрим. Угу. Может, ты хотя бы тогда свою девушку в майн позовешь к нам? А, Рома. А. У тебя, что ли, майн будем играть? Ну да, завтра, скорее всего, все в майн. А вот что произошло дальше, мы с вами потом узнаем. Всем большое спасибо за просмотр, спасибо, что смотрите нас. До скорой встречи, всем пока. Увидимся.